Вань, готовимся к матчу с молодежным «Спартаком». Расскажи, какой настрой сейчас у команды? Настрой всегда у нас боевой. То есть это наш принципиальный соперник, можно так сказать. Вот, готовимся к нему серьезно. Заключающаяся игра в этом году. Нужно побеждать и, так скажем, догонять по турнирной таблице. На домашнем льду дважды играли со «Спартаком». Чем запомнились те матчи? Даются парни, даже если проигрывают. Вот, всегда с ними тяжело, то есть боремся. Простых матчей никогда не бывает. Но также с ними интереснее из-за этого играть. После матча между «Крыльями Советов» и «Алмазом» ситуация в таблице немного поменялась не в нашу пользу. Насколько следим за положением сейчас и как это важно для команды? Мы больше сейчас делаем акцент на наши игры, на наши очки. Пытаемся забирать по максимуму. Вот, а за остальными соперниками, можно сказать, так, не следим. Вот. Постараемся порадовать болельщиков перед Новым годом. Да, приглашаем всех на наши матчи.